только успехов. Сегодня в цели я расскажу о своем пяти инцест и о боли гибель христианства. Нагийские медали, репресс и на кассете репресс, если считать сами сдат, это первопрессом на. Все будет интересно. Желайте успехов. Сегодня в выпуске я рассказываю о своем альбоме «Гибель христианства» Роберта Инцест. Начнем мы с моего сегодняшнего поста. Это логотип Инцест так выглядит. А вот я создал группу Инцест. Точнее, 1996 год, 2000 год, включительно. Украин, Харків, Ондак, Блутал, Дезметал. Вот. Сегодня, час назад, я написал «Салют, Metalhead! Сегодня, 8 ноября, я продолжаю рассказывать о своем третьем сольном проекте Инцест. Вторым релизом данного проекта был полноформатный альбом «Гибель христианства». Сочинил я все 5 инструментов и написал тексты в далеком 97 году. Да, вот, кстати, тексты, вот аннигиляция, в холодном поту, это я использовал Zoom 505 и плюс Metal Zone, это на Metal Zone выставлял, а это на Zoom 505, да. Вечные сумерки, вот песни играют, потом кислотный дождь, день прошел, снег идет, вот все эти песни тут, еще одна песня, там ядерная война, инструменталка, жуткая такая, вот, короче, вот рассказываем дальше. Показал тексты, парт инструментов тоже показал, там все табулатуры у меня, так, что дальше написал? Но смог я этот лонгплей записать лишь в 99-2000 годах, тогда, когда у меня было все необходимое для этого оборудование и инструменты. Кстати, все свои сольные проекты периода с 89 года по 2000 год включительно я записывал без помощи компьютера. Сварганил я этот релиз, используя мастеровые электрогитары Юрия Бабкина, фирменные примочки Metal Zone и Zoom 505. У меня, правда... Блин, сейчас. Где-то я ж скачал специально показать вам. Правда, Metal Zone не скачал. Ну, Metal Zone сейчас поищу. Ну-ка, сейчас вот. Metal Zone. Один, по-моему, фото. Ну, вот это, по-моему, да. Вот такая у меня была примочка боссовская. Вот. Metal Zone, только не MT2, а MT1 там было. Это уже современная какая-то. Или вот такая. Ну, в общем, не. Что-то вот такая, только M1. Ну, в общем, ладно. Вот. Metal Zone и Zoom 505. Вот, Zoom 505 покажу сейчас. Вот, Zoom 505. Вот такой Zoom 505, только свет, серого света был. Тут педали ненадежные. То есть туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Потом она западала и, короче, пришлось продать нахер. Потом у меня был еще один Metal Zone. Фу, Zoom 505. Писал в линию. Ну, писал в линию вот так вот, да. Через комбик. Комбику подключал. С комбика сюда. И вот, на кассету, да.
на кассету, а потом с кассеты уже на маяк сводил. О, с Тоскама, да. Ну, короче, да, сейчас дальше. Бас у меня был тогда, а вот дальше, писал в линию, был тогда у меня заводской бас, по-моему, Роден, да, Роден, точно, вот. Ну, типа вот такого вот. Ладно, да, по-моему, свет такой же точно был, да. Да, шнурок от него остался. Вот такой галимый бас был у меня. С фирменными струнами Додарио, да, я купил струны Додарио специально для баса, и струны стоили, блин, в 4 раза дороже, чем сам бас, и звучало очень даже аппетитно. Микрофон на данном альбоме я использовал советский, да. Сейчас покажу микрофон. Вот такой вот микрофончик я использовал. Вот такой микрофон, да, это мне Ика подогнала микрофон, откуда-то у нее там взялся, не помню, не знаю, вот, и я его использовал, да. Где тут он еще? Вот, вот он еще, вот, так, вот такой, точно, точно такого цвета, да. Вот, я же пишу. Микрофон на данном альбоме я использовал советский. МД-200 стерео света для записи партии вокала плюс Zoom 505. Да, вот Zoom 505. Для эффектов и все писал, конечно же, на Тоскам. Вот я показал. Тоскам свой Porta 07, да, на кассету. Потом сводил на маяк. Маяк вот. О, вот такой маяк у меня был двухкассетный, по-моему, в то время. Там вообще у меня было много маяков. И такой серебристый был маяк. Вот такой был маяк тоже. Но это какой-то, не помню. Ну, был такой у меня тоже маяк, в общем. У меня было несколько штук этих маяков. Вот. Затем отдавал, как всегда, Саше. Есть такой добрейший души человек, и он же оцифровал у себя там на компьютере уже, на матрице сидерки, логотип мне рисовал друг Влад Саван, это кличка, ну вот. Вот логотип. Лого Влад Сатан, вот такой логотип, ну, немного приплюснутый, вообще вот такой-то. В оригинале вот такой логотип, да, вот он. Вот он, кстати, фото от него осталось. Кстати, классная татушка, если сделать. Первопресс был выпущен мною как самиздат на кассетах и на аудиодисках, лимитированным тиражом. Ну, сейчас я его показываю, да, сейчас у меня нету этих самых, сейчас покажу, это я сейчас показываю уже переиздание 2019 года, вот диск так выглядит, вот так выглядит Slim DVD, вот тут на русском языке, на английском, вот, Self CD Edition, да, это, ну, сам издат, да. Вот я, кстати, картины я сам нарисовал и рисую картины всякие. Вот это внутренняя часть. А это стикер, да. Вот. Цена 5 баксов. 5 евриков. Это вот. Так, а сейчас я хочу показать. Если я найду тут, конечно, сейчас. Как выглядел. Не, это не то. Вот это. В общем, нет, не сохранилось у меня, по-моему, этих самых на этот альбом. Картинок или этот, я не помню. Я его хотел назвать «Вечные сумерки». Вот.
В общем, не помню, честно. Пиздеть не буду, как говорится. Вот. Всем, да, показу в своем выпуске моего Metal Show, да. Песни ты услышишь, да. На следующей неделе я размещу промку для ознакомления, пока держу ссылку на одну песню с этого релиза полностью. Вот как раз «Вечные сумерки», да. А полноценное издание можно купить за 5 евриков. Вот оно. За 5 евриков вот это издание, да. Slim DVD. Ну, то есть в коробочке все как полагается, это внутренняя часть. Это стикер еще прилагается, и сам диск, да. Вот. Обратившись ко мне в личку, есть на аудиодиске Slim DVD, вот это я показал, Jewel Box. Ну, Jewel Box. Где-то у меня есть, ну, перепресс, но я не могу найти сейчас. В общем, где-то оно есть. Либо в цифровом формате Wave. Напомню, Incest Rip 1996-2000 год. Этого проекта не существует. Это мой One Man Project. Вот. Сейчас покажу. Значит. Вот, Дума в христианите. Значит, вот. Похотел показать на кассете, как выглядит. Вот, на кассете выглядит очень даже аппетитно. Как выглядит кассета, стоит 6 евриков. Ну, тут написано Black Metal, Pagan Metal, ну, тоже. Так, дизайн, это же Depressive Illusion Records, это ж. Вот, вот кассета, у меня есть моя авторская кассета. Думаю, может быть, сделать, если найду макеты, кассету, не знаю, не обещаю. Вот. Могу самописи сделать. На 90 минут записать, например, один альбом длится 40 минут. 40 минут, да, там с копейками, как говорится. Секундами. И записать с другой стороны другой альбом. Ну, будет стоить там 10 евриков. Потому что и кассета новая, качественная, и, естественно, альбомы. Ну, не знаю, посмотрим. Или издам фирменную кассету потом. Надо найти прогу, чтобы это сделать. Вот так выглядела кассета. Да. VHR-432. Заказывайте. Либо... либо заказывайте... вот диск выходил. Этим самым сплитом выходил с другим моим проектом Жировгат. А вот, да, вот он выходил на Кули Минус Рекордс в 2017 году, так же, как и кассета. Вот я тут в футболке Сатирикон, бандане Десайд. Вот тут. Вот сплит моих двух проектов. Вот я тут, кстати, я тут зареган и недавно написал. Вот есть у одного человека, хотят один человек пока что. Надо разместить будет сюда этот самый видео. Добавлю на следующей неделе там. Вот, тут 8 евриков стоит, пожалуйста. Покупайте на Дискорсе, да. Incest 8, вот. Это вот этот проект. Мой Incest 8, он нужен. Так, либо у меня покупайте вот за 5 евриков у автора, то есть меня с автографом могу написать, кстати, подписать лично. Я уже рассказывал, как я продаю через WeTransfer. Люди мне пишут, у меня есть две страницы, CyberMax Digital Records, две странички есть.
Вот. Туда можете написать, а можете написать вот сюда мне, Максим Вехов, в личные сообщения. Либо, ну да, здесь у меня ничего нету. В личные сообщения пишите мне вот сюда, там на английском, на любом языке. Вот тут обычно пишут там, хочу то-то там, купить то-то. Вот. Либо на почту, да. На почту надо будет указать, да. Ну и я скидываю этот самый с Ютуба ссылочку. Да, хотел же показать альбом. Вот, этот самый диск, как выглядит, да. Это тоже в одном экземпляре моя авторская, так сказать, авторский релиз, дизайн я сам делал, да, тоже. Коробку я вот такую. Вот диск. Вот это моя фотка в очках, да. Вот. Дизайн я тоже сам делал. Вот это ж вот табы тут. Писал тексты, табы, да, вот как чего должно звучать, чтоб не забыть. И потом расписал себе там, свободного времени у меня было много, вот, денег до хрена было, и я это самое писал, ну, поработал там что-то там, не помню там, и писал по расписанию, короче, партии инструментов и сводил все, потому что уже как бы, ну, все, ничего сложного нету, главное желание иметь. Вот, мне говорят, как ты, блин, за столько времени столько альбомов записал? Вот так, когда уже все готово, и ты, у тебя все в голове, и есть мечта какая-то, ты, блин, все ли можно осуществить? Вот, ну все. Максим Вехов желает тебе успехов. Сейчас покажу о своем каналчике что-нибудь интересное. Все, подписывайся на канал. Обещал же рассказать о своем канале. Афоризмы, анекдоты, цитаты. Вот вчера разместил афоризм шуточный. Вот. Вот этот каналчик, 19 подписчиков всего. Вот. Когда захожу я в интернет, то представляю, что я слон, а комментатор моська, да. Вот. Так вот, да. Вот, всего, ну, это дата регистрации, это почтовый ящик, да, 2013 год, а канал я этот сделал, ну, вот, 1943 просмотра всего. А первое видео я разместил здесь, сейчас покажу, когда. Анекдоты тут у меня есть, мои авторские, все авторское, да, анекдоты еще там с 90-х годов я сочинял, несколько анекдотов, да. Вот, короче, 2 года назад я это сделал, а вот самый когда захожу я в интернет, то представляю, что я слон. А комментатор... Меня зовут Максан. Это мой скада. То есть надо иметь толстую кожу. Я сочиняю на ходу. Пишу стихи.
Да, пишу стихи, пишу книги, да, это факт. Так, и еще вот есть у меня канал Audiobooks, подписывайся тоже. Книжки я там. Вот. Всем просмотров задам. Как этот канал, я тоже, это у меня была почта в 2012 году. Тут 1627 просмотров, да. Тут у меня уже несколько книжек. Да. Тут уже у меня рассказ есть, как надо продавать товары Oriflame, фрагменты, диалог с Викалисой, прикольные фрагменты, история с 90-х о ложке серебра, жертва обстоятельств, фиалка саранча по-харьковски, страшила бабка-ёшка, сексуальные услуги, аудиокнига для соискателя, руководство, инструкция пользователя. Потом рассказ «Я ведь не мразь», аудиокнига «Беседы современной молодежи». Да, это про мою работу веб-менеджером, да. А вот книга для соискателя «Руководство по поиску работы». Да, очень интересная книга. Рекомендую. Ну, тут нет конца, конечно, и тут тоже нет конца. Понятное дело, что тут тоже можно купить полностью книжки мои. Вот. В электронной версии. В бумажной версии я там одну книжку печатал тиражом 100 штук. И в основном все подарил. Подарил, раздарил, так сказать, все. Нет, ничего не осталось, да. Можешь помочь моему каналу. Вот, это указал тут карту приватбанковскую, правда, она в декабре уже тю-тю. Средства пойдут на издание моих книг в бумажном виде. Ну, все. Вот, переходим на мой основной канал. Вот. Максим Вехов, все. Максим Вехов, желаю тебе успехов. Подписывайся на мой канал. Хотел бы рассказать, да. Что? Хотел вот что сказать, да. Привет, гость моих каналов. Я пишу музыку в разных стилях с 89 года. Регулярно и по сей день пишу прозу и поэзию. Я также занимаюсь любительской фото-видеосъемкой. Подписывайся, ставь лайки, дизлайки, комментируй, делись моими роликами с друзьями. В соцсетях с уважением, Максим Вехов. Максим Вехов, желаю тебе успехов. Подписывайся на мой канал Воркл. Афоризмы, анекдоты, цитаты. Подписывайся на мой канал Воркл. Аудиобукс.